В главной битве первой игровой недели сошлись краснодарский «Локомотив Кубань» и питерский «Зенит». На паркете было очень жарко уже с первых минут встречи. Звездный новичок гостей Брэндон Дженнингс забивает легкие 2 очка и сразу же вступает в стычку с Дмитрием Хвостовым. А вот Джален Рейнольдс настроен агрессивно по отношению к самому кольцу. Ух, чуть не сломал! Даже при такой плотной защите находится место красивым передачам. Дмитрий Кулагин показывает шоу! Воу! Брэндон Дженнингс, находившийся ближе всех к чужому кольцу, пытался завершить быстрый отрыв сам, но без помощи партнера все же не обошлось. У Джона Джонсона нелетной погоды не бывает. Американский форвард завершает красивый алиуп и заставляет весь баскет-холл встать на ноги. Брэндон Дженнингс обокрал Дмитрия Кулагина и убежал от всех преследователей. Мяч с сиреной в корзине. Французский новобранец Лока Мустафа Фаль показал, как он прекрасно пользуется своими габаритами. 218 сантиметров, 127 килограмм и достаточная подвижность для того, чтобы успевать за оппонентами. Настоящий монстр! Но Брэндон Дженнингс в своей карьере видел и не таких игроков. Защитник «Зенита» уверенно обыграл оппонента и отправил мяч в корзину по красивой траектории. Джамел Маклин не успел вернуться в оборону, что помогло ему секундами спустя. Только он, мяч и пустое кольцо. Дмитрий Кулагин набрал против бывшей команды 14 очков. Но больше Василия Карасева расстроила травма Сергея Карасева, который повредил плечо в столкновении с Джамелом Маклином и был вынужден покинуть паркет. Помните Дорела Райта? Чемпион НБА в дебютной игре за «Локомотив Кубань» набрал 12 очков. В заключительной четверти разница увеличилась до 30 очков, а хозяева продолжали радовать болельщиков эффектными моментами. 96-64. «Локомотив Кубань» начинает сезон с уверенной победы над принципиальным соперником.